Для участия в алматинском старте в наш город прибыло более 350 участников из 17 стран мира. В течение 2 дней спортсмены разыграли 22 комплекта медалей по женскому, спортивному и боевому самбо. Главная задача старта – популяризация этого вида спорта в Казахстане. Отметим, самбо уже вошло в программу летней универсиады, а также азиатских игр. Хотим открывать залы повсеместно. Для начала это будет, наверное, только город Алматы. И на базе, допустим, какой-то существующей уже базе МВД мы планируем внедрять немножко в самбо. То есть привлекать молодежь, также что касалось, допустим, универсиады в том числе, это продвигать и среди университетов. По итогам турнира сборная Казахстана с 6 наградами высшего достоинства заняла 2-е место в общекомандном зачете. Наши борцы уступили лишь россиянам, в активе которых 11 золотых медалей. Всех призеров соревнования лично наградил аким мегаполиса Ахметжан Исимов. Перед нами была очень большая ответственность. Мы выступали дома, а значит, обязательно должны были побеждать. Я боролся против сильного соперника. Лучшим спортсменам турнира вручили денежные призы и ценные подарки. Организаторы старта заверили, теперь турнир станет традиционным. Айжан Курмашева, Альфараби Гусенцов, телеканал Алматы.